утро, друзья мои! Проснулась я раньше всех. Привыкла, видно. Сидела сейчас возле окна и наблюдала за птичками. Вы их, наверное, не видите отсюда. С ветки на ветку перелетают. Общаются. Я думала, они яблоки будут кушать. Они не кушают яблочки. Попробую вам увеличить, если вы их заметите. Так я люблю утро встречать в деревне. Вы мне сказали, что это мальва, да? А я, знаете, что думаю? У меня же есть глубокий горшок такой. Может, его по приезду пересадить. Еще такие были белые у нее, сиреневые. Но я не вижу их. У меня пока одни листья. Ну, какой здесь стебель толстый. О, конечно, ему нужно много земли глубоко, чтобы он начал. Вот эти вот розочки у них уже, видно, отцвели. Эти цветочки, я заметила, что они распускаются вечером. Вчера Анемчик почистила фасоль, здесь была, потому что фасоль, просто не было фасоли на самом деле. Что-то в этом году у них не получилось с фасолью. Такой запах. Навозом пахнет, но мне нравится. Мне нравится все. Чирик. Мне такие розовые есть, еще желтые розовые. Помидорчики поспевают. Осталось 2 дня, и мы уедем. Сейчас скоро Баба Джим станет. Кто-то мне говорил, надо, мол, невестка должна рано встать. А я и так раньше всех стою. Ну и на Байрам, конечно, поцеловала руку. Все сделала как положено. Хотя Баба Джим не дает прикасаться. Боится он. Это люблю я отрывать эти головки. Новые распускались. Так они отрываются хорошо, нервы успокаивают. Такой цветочек у меня тоже есть. Ну, как гвоздичек. Что? Что это такое? Так красиво еще цветет. Очень интересно, а что это такое? А, вы знаете, это, по-моему, а я не понял, это бамья или это просто цветок? Не знаю, даже, друзья мои. Много винограда. Виноград очень вкусный. А это отпугивающая аист. Это кисы такие хорошие. Кисочки. Кисули. Лапули. Пришли к нам в гости. Я вас покормлю потом. Ой, а посмотрите, там сколько винограда. Спелого. Тут тоже, видите, сколько поспело. Посмотрите. Красота какая. Как быстро спеет. А он, знаете, такой сладкий, без косточек. Хороший урожай винограда в этом году.
Земля здесь, посмотрите, какая белая. Говорят, от воды она обесцветилась. И растет на ней же что-то. В том году здесь было, тоже росло все. Сейчас ничего нету. Покажу вам поле соседское. Видите, рядом домов нету, а поле. И здесь тоже. Какая белая земля. Что они, интересно, там посадят? Ну вот и мой утренний обзор. Скоро я его не увижу. Останется в памяти у меня. И тут виноград, посмотрите. Уже скоро папа Джим проснется. Пошла я готовить завтрак, друзья мои. Всем прекрасного, удачного дня, хорошего настроения. Ждите продолжения. Посмотрите, как мой Ашкен помогает. Пашет. Ну, я пашу на кухне, готовлю завтрак. Сделаю салат с картошкой, с яичками и, ну, сосиски себе отварю. Они не кушают сосиски. Кавалты хазыр. Нерде емек еджес? Нерде еджес емек? Tamam, içerinde gelin lütfen. Annem. Lütfen gel annem. Они там все намочили. Будем завтракать внутри. Вот на завтрак я что сделала. Такой салатик. Анемчик сказала, что немного повидло с абрикос. И даст мне баночку тоже. Вот сосисечки, салатичек. Вот такой вот у нас завтрак. Приятного нам всем аппетита. Сейчас вот здесь вот накрою поляну. Какая она у меня труженица, никак. Кач кере сен сулуйорсун гюндус? Папа говорит, все время несколько раз в день поет. Ашким да гельди, Ашким. Сен ярдымджи япиорсун, анемчика. Всем привет, еще раз привет. Пьем с Ашкимом кавы и чайо розби. С Ашким, насылсен. Сойли насылсен. Кое даешь йорсон бегендим и кое даешь она. Джаным си калмады, я говорю, тебе понравилось, не соскучился ты. Чайда? Кофе вот так вот. Одну неделю можно. Башка, чок, одну неделю можно, говорит, в деревне пожить, а интернет больше нет. Нет. Потому что интернета нету, говорит. Сонра. Нету набережной, нету моря нашего. Маркет йо. Маркет не лязимся на маркет. Емек вар. Ашким, бен дюн видео клидым. Бана кыздылер биркачин салары. Не более видео. Клетим, ульдурду, хайвана,
Сен-де-Соли, Джексон. Я сказала, что я вчера загрузила видео, и многие обвинили меня в том, что я безжалостная, злая, нехорошая женщина. Вот ты что скажешь, Сен-де-Соли, Джексон? Кызмаз вармы бурда бершей? Bu hayatın gerçeği yani. Это жизнь такая естественная. Et yiyorsan, et seviyorsan. Мясо кушаете, если вы любите. Это так и происходит. Bir şekilde ölecek yani, kesilecek. Если вы мясо любите, то, конечно, надо кого-то убить, чтобы его съесть. Это все естественно. Так же и курица то же самое. А что вы думали? Я не показывала весь процесс, как умираю. Я просто показывала, как мясник профессионально все делает. Ничего в этом такого не было. Может, да, я, наверное, привыкла к крови, так как я медсестра. Диором хамшире гиби, бен алыштым буканна, бана бершеёк. Для меня никаких нет проблем. Ну, извините, если кому-то это не понравилось, кого-то, значит, для кого-то это было тяжело смотреть. Я бац, щедр. Дуанын, дуан, дуа içerisinde. Ага. Сюрегеле. Şekiller. Şimdi ne demek aslana sen ceylanı yeme diyebilir misin? Diyebilir misin? Aslan olur ne yiyecek? Ot mu yiyecek? Ну вот он говорит, например, природа такая, что если говорит тигр, да, лев, салата мы ели. Он же должен покушать кого-то, какое-то животное. Он же говорит, траву не будет кушать, салат не будет кушать. Все мусульманы меня поняли. Мусульман et yiyor, Amerikalı et yemiyor mu? Ruslar et yemiyor mu? Не, бендюн мусульманам били анлады, буне, бершей корк. Onlar gelenek olduğu için, yaşam şekli olduğu için onlar biliyor ama şimdi Amerika'da et yiyor. Amerikalılar fabrikada kesiyor. Şoklayarak kesiyor, elektrik vererek kesiyor, 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 kesiyor yani. Электриком, электричеством или bir şekilde kesiyor. Режут, всё это есть. Ama kesiyor yani, o da kesiyor. Bütün ülkeler hayvan kesiyor. Так что примите это все как должное, не нужно обижаться, не нужно. Я тоже была, когда приехала, мне тоже было интересно, но тогда не было блогером. В том году мы не успели, мы уехали раньше, а в этом году я просто так показала вам, как это все есть. Ну, смеялась, где вы видели, что я смеялась? Ну, все радовались, никто не плакал. Ну, я также и подстраивалась под них. Ya annemcik babacığımla kahve içiyorlar şimdi. Biz içtik şimdi onları içiyorlar. Başka kahve. У них другое кофе. Osmanlı kahve, beyaz. Evet, evet. Sütlü, sütlü. Böyle seviyorlar. Afiyet olsun annem babacığım. Друзья мои, посмотрите, что делает мой ашкин. Не я пью ашкин. Пришел, как раз мы тут с папой сидели. Когда я уже все сделала, посмотрите. Вот. Когда я все приготовила, он пришел с анемчиком разговаривал. Пойду я отнесу это папе Бабаджима. Будем готовить шашлыки опять. Только не ругайте меня, мясо вы тоже едите. Когда у меня в Мерсине не было мяса, вы говорите, а вы что, мясо не едите? Вот, едим мы мясо, едим. Девочки, мальчики, посмотрите. У нас какой пурмарили. Пурмарили это по-грузинскому стол. Посмотрите. Негюзе, негюзе. Ашка. Шашлычок. Сенек мы хвалим. Были лязы. Сирде мы хвалим. Нет, бабаджим. Бабаджим. Hazırladı. Efendim. Şimdi kaz gibi başladı. Bak nasıl, ha, en lezzetli emekleri. Hı hı. Afiyet olsun babacığım. Müzik. Teşekkür ederim. İyi bayramlar.